теперь начинается практическая часть. Кокос! Ой, я смогу. Сейчас я точно полечу! Он что, реально взлетел? Он как раз падает! Это Кокоша, маленький дракон с огромной тягой к приключениям. Ты позволил бычку съесть нашу огненную траву? А если бы огненная трава не придавала нам сил, мы бы не удержались в этой деревне. Пожалуйста, дедушка, дай мне шанс все исправить. Если мы выйдем сейчас, то найдем твою огонь траву и вернемся до того, как проснутся твои родители. Привет, ребята. Может, кто-нибудь спустит меня отсюда? Но даже маленький дракончик может устроить большую суматоху. Приготовьтесь, сейчас в этом желудке будет революция. Огнедышащий дракон. Да у нас был гениальный план, дракон летит! Все его друзья. Кокоша! И кое-кто из врагов. Буду знать, как есть незнакомой травой. Кокоша, маленький дракон.